Христе Божия, волею по благоволению все плоти взойти на крест, да избавивши. Я же создался от работы вражей, тем благодарственным опиенты. Радости исполненности вся спаси наш, пришел и спаси мир. Милосердие, сущий источник милости, сподоби нас, Богородица, призвана люди, все грешившие, яви их глупости силу Твою. От я был уповающий, радости вопиенты, я хочу не говорил, бесплодных артистратик. Последние находки этого сезона – это наконечник из стрел, это наконечник остатки от наконечника копья, это кусок сабли, это обойница от ножен сабли, это огниво, кресало. Я предлагаю посмотреть на, как бы, на музей в разрезе. Вот. На самом деле будет только один этаж, собственно, 6 метров. Вот, и только смотровая. А так у нас минус первый этаж. Экспозиция будет на два уровня. Как бы, сказать, литературно-художественный образ, сказать, рассказывающий о сражении. И такой научный, уже углубляясь в землю, сказать, анализ всех находок, всего, что найдено. Сказал, любовью и единением спасемся. Это было очень важно в ту грозную пору. И в результате того подвига, который был совершен им и Дмитрием Донским, наша земля была освобождена. Любовь и единение необходимы нам и в нынешнюю пору. Потому как для развития нашей страны мы должны сделать все, чтобы она была сильной, могущественной, сплоченной. А нашу страну очень часто пытаются испытать на прочность. Не исключением является этот период. Но мы, следуя заветам преподобного Сергия Радонежского, чей юбилей мы отмечаем весь этот год, будем едины. И в этом единстве сила нашего народа. Сердечно всех поздравляю с этим особым памятным днем в истории нашей Отчизны. Сегодня действительно замечательный день. Мы празднуем юбилей 700-летия со дня рождения преподобного Сергия и празднуем его здесь, на первом ратном поле России, на Куликовом поле. А почему? А потому что если бы не было этого старца, игумена Троицы Сергиевого монастыря под Москвой, то не было бы и битвы на Куликовом поле. А может быть, и не было бы уже и России. И самое главное произошло до начала Куликовой битвы, когда народ наш объединился. Разве можно было представить еще несколько лет назад, чтобы патриарх вместе с премьер-министром, вместе с высокими представителями власти, на этом месте, где даже храма не было действующего, могли бы торжественно отпраздновать 700-летие со дня рождения преподобного Сергия? Мы действительно за последние десятилетия прошли огромный путь, наподобие того пути, который прошли русские люди, приуготовив себя к Куликовой брани. Дай Бог, чтобы единство народа нашего, взаимная солидарность, поддержка стали ценностями, о которых мы никогда не откажемся.